Ты должен служить, потому что это эмет, это истина. То есть это правильно, это так работает мир. Бог создал мир, и правильно ему служить, даже если нет за это награды. Как есть еще одна дальше мишна в Пиркей Авот, которая говорит, делай его волю, как ты делаешь свою волю, и он тогда будет делать твою волю, как его. То есть если ты делаешь только то, что он хочет, как написано в Торе, ты становишься с ним, попадаешь с Богом в резонанс, это цадики, да? Цадики, у них нет своих личных желаний, у них нет эго, они делают только то, что Бог сказал делать. Потом цадик, он, поэтому с Богом он как бы соединяется, сливается, и потом приходят к цадику и просят, дай браху. Он говорит, все, Бог тебя благословит, все, опа, и у человека там чудеса, выздоравливает, женится. Почему? Потому что цадик делает его волю как свою, чтобы он выполнил твою волю как его. Но за себя цадик не просит, потому что цадик говорит, я на тебя полагаю, чем мне за себя просить? А за других он просит, почему? Потому что это воля Бога, помогать другим.